своей, а потом уходишь на прессе подальше, либо отделиваешься. Смотри, как кто мяч принимается, то есть это ты будет нападать. Но ты убегаешь к нему чуть-чуть раньше передачи. То есть, смотри, пошел прием, пошла подача на Ксюшу, ты стоишь здесь, да, на поле. Она приняла, я начинаю двигаться в ее сторону. Я вышел. Она получила пас, я напротив нее. Пас хороший, прыгаю, пас плохой, оттянулся. А Света может со второго мяча перекинуть. Ты смотришь на ее руки. Понимаешь, да? Руки поднимаем высоко, значит будет играть удар. Понятно, но смотри, атака прошла, то есть? Да. И я, ты говоришь, подрежешь свои зоны на руки, но как бы если атака прошла, то есть? Ты в своей зоне, у тебя нет зоны, ты блокирующий. Своей зоны у тебя нет. У тебя становится своя зона, это тот, вот эта часть. Он будет. И своя зона у тебя становится, если ты будешь бить. Если ты привык играть, грубо говоря, в двойке, это не значит, что ты только там ставишь блок, понимаешь, да? Покажи. Пошли. Я. Молодец. Вот все, что надо было делать? Сразу его туда тыркать. Вот это надо учиться. Если ты будешь дожидаться, пока он отпустит, это второй вариант, он сложный. Он сложнее. Поехали, покажи. Выходи ближе к сердцу. Так, и все, ушел. Вы что, девчонки, ну давай, собрались. А то сейчас я вам сделаю ускорение, просвечусь быстро сразу. Поехали. Все. Нету времени. Продолжай 5 ударов. Пошли. Ушел. Я. Между. Смотрю, далеко стоит, укорачиваю. То есть смотри, опять же твоя стойка, да, вот ты встала. И если ты правильно стоишь, вот смотри движение. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть ты начинаешь падать, неважно, достала ты мяч или нет. Понимаешь? Движение есть, спадение, супер. Движение нет, плохо. Да. Максимально сразу, чтобы тренировать правильно действия.
Света, расслабься, поехали. Не напрягаемся. Правильно, молодец, там не яблоко. Вверх. Опаздываешь. Молодец, пойдет, осталось одного. Я прям как-то вкопалась, тяжело двигаюсь. Да. Я между. Принял мяч. И бегом вот сюда. Здесь замедляешься. А ты там остался, и потом еле успел. Пришлось вступить. То есть не был удар, как смерть. Просто не готов играть. Пошли. Скажи, ты на блоке. Да. Вышел. Я! Между. Посмотри, опять эпизоды, да, мы играем? Ты. Опять эпизоды мы играем. То есть ты блокируешь, но ты решил убежать. Понимаешь, да? Я ударил, ты идешь, я ухожу. Нет, я не оставался. Ты же блокируешь. Представь мне, девочка просто. Такая. Понятно, что ты думаешь, что я останусь. Но ты как блокируешь, тренируй именно. Чтобы потом не путаться. И не эпизодами. Решил остаться, решил не остаться. Понимаешь, да, что я говорю? Понимаю. Да. Ты должен меня оттягивать. Бежать. Я вставлю. Пошли. Ты. Света, хорош! Вот так вот на колени ставь, все. Ты штрафуешь? Ты. А, шли. Все, мое. Прием взять на сетку. Я не дошел до никакого решения туда играть. Я! Почему тебя нет впереди? Я же прыгнул, я. Втык мой на диагональ. Ты хочешь на диагональ? Ну смотри, ну тут чуть-чуть я взял мяч у тебя, чуть-чуть. Чуть-чуть. Что, здесь было? Да ладно, здесь ты. Илья, ровно такая ситуация. Я сказал, что я. Ты ругался на меня. Я же сказал, я. Ты молчал. Скажи я уйду. После меня сказать? Нет, раньше меня. Видишь, нет привычки. То есть как только ты услышал я, понял, хочешь вставать. Понимаешь, да? В любом случае, конечно. Ты, у тебя времени было на бал, при выступе. Мяч что такое летел? Ты. Вот это кто мяч берет? Я, Света. Света. А я думала, что сюда подкинешь, я сюда прибежала. Куда сюда? Кто, нет. Она, ты за нее. Вот вам ошибка. Понимаете, да? Я отсюда вот сюда никак не перекину. Она бежит вперед. Это второе касание. Это не первое. Если ты страхуешь передний линию на первом касании, ну это же не первое касание, это второе. Мне его было очень сложно пасовать в ЕК. Я его перекидываю. Туда бы я его не перекинул. Либо сюда, либо за спину. Все просто. Она выходит вперед, ты за нее. Кинь мне мяч, пожалуйста. Стой в защите. Стой в защите. С подачи. Вот ты подала. Илья принял. Я сейчас мяч подкину. Выбегаешь вперед. Ксюша смещается в шестую. Окей? Пошли. Выбегай. Медленно выбегаешь, давай еще раз. Так это научный опыт. Давай. Все, вот он принял в линию. Выбегай. Да как так-то? Значит, надо поработать над этим мячами. Оставайся здесь. Поехали. Выбегаешь? Выбегай. Я! Когда я? Когда мы еще бы чуть-чуть и вы столкнулись. То есть ты не должна была делать. Ты должна знать, что она там. Почему? Потому что ты бежишь вперед. Играть короткий мяч. Это, как сказать, это тактика игры. У вас не получится играть строго вот так вот. Я у себя. Ты моя, кто-то справа. Да, так не получится. Понимаете, это взаимодействие. И оно очень важно. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. И сказали, спасибо, мяч наш, очко наше.
Гай, все правильно делала, все правильно делала, надо было чуть-чуть раньше выключать. И все получилось. Илья, не забывай, ты жальче, лови себя на мысли, после подачи ты не оцениваешь, как он у тебя там полетел. Красиво. Вот даже посмотри, если ты посмотришь, я вот тебе угадаю, как на чемпионате дают, да, в той же России. Он как лось, вот так, смотри. Он так подал, и вот так бежит, понимаешь? Лишь бы успеет. Реально? Я видел. Да. Давай, сейчас лося увидим. Куда? Куда? Все, попробуй вышел. Молодец. Я? Сразу. Закладывай. Я? Сразу. Смотри, ты не готов на сразу. Вот на сразу. Понимаешь? Ты идешь как на пас всегда. Это плохо, потому что я тебе до этого говорил. И вот смотри, чем твоя атака паса. Ты не можешь его нормально ударить. Это разрыва, или тренируется. Ты можешь его вот так положить, прыгнуть. И вот так положить сюда. Можешь. А так, по сути, смотри, кто, я понимаю. Ты, как и то, ходишь вот так, и пасуешь вот так. Если ты пойдешь прямо на мяч, вот так, ты можешь сразу его открывать. То есть не заранее только на пас. Сюда. И бежишь. Пошел, пошел. Я не жалуюсь, понятно.
Да, я могу туда ударить. Это будет уже совсем другая история.